Гомель збярэ лепшых біятланістаў Беларусі. У абласным цэнтры ў бліжэйшыя выхадныя пройдуць адкрытыя рэспубліканскія спаборніцтвы па біятлоне. Удзел у турніры прымуць спартсмены з усёй краіны. Гатоўнасць трасы да старту ацанілі нашы карэспандэнты. Афіцыйнае адкрыццё лыжароллернай трасы запланавана на суботу 10 жніўня. Але пляцоўка для трэніровак спартсменаў яна стала ў пачатку гэтага тыдня. Напярэдадні адкрытага кубка Беларускай федэрацыі біятлона тут праходзіць вучэбна-трэніровачны збор. Паралельна ідзе тэхнічная падрыхтоўка до спаборництваў. Сейчас проходит учебно-тренировочный сбор, в процессе которого специалисты технических служб выясняют тонкости, нюансы обслуживания данного комплекса. И сейчас в постоянном контакте с федерацией мы отрабатываем проведение прежде всего кубка. Приглашаю всех сюда на Луговую 33, на биатлонный комплекс ОЖ для того, чтобы своими глазами увидеть красоту, которую построили строители, ну и, конечно же, посмотреть на соревновательный момент. Программа турниру обяцая быть насыщенной. У пятницу пройдут официальные тренировки разных возрастовых групп. У гэты ж день майстер-класс для юных спортсменов проведе зорка российского биатлона. Двухразовая олимпийская чемпионка Ольга Зайцева. В Гомеле биатлон развивается достаточно молодой, потому что в других регионах биатлон развивается намного уже раньше, и там уже были свои звезды и более и свой тренерский состав. Но вот как прогрессируют гомельские ребята, это достаточно очень нравится, что тренеры действительно хорошо работают, и мы уже видим прогресс гомельских ребят, как они из года в год начинают подтягиваться на соревнованиях и занимать места. Подтримать юных спортсменов на трибунах могут все жадающие. Для зручности будут организованы додатковые рейсы автобуса номер 14, вокзал Якубовка. У субботу старты начнутся у 9:50 и завершатся у 17:30. У неделю протягнутся с 9:50 до 14:00. Открытие спаборництва пройдет 10 жнивня, початок у 11:00. Вероника Гамзюкова, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».